Всем привет! Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и о многом другом. Сегодня продолжим разговаривать о таком проекте, как KNIFE Finance. Итак, KNIFE Finance – это глобальный пул ликвидности. Пул ликвидности DeFi универсальный и не зависит от демографии. Однако на данный момент ликвидность поддерживается только токенами эфириума DeFi. Даже зарождающийся в индустрии криптовалют и блокчейнов показал только верхушку потенциала айсберга. KNIFE Finance революционизирует пространство DeFi, позволяя переносить глобальный пул активов в DeFi. Сила гибкости эфира для монет, отличных от эфириума. Компания обеспечит мощь токенов, отличных от эфириума, с гибкостью токена ERC-20. Синтетические активы используются для предоставленных любых криптоактивов или реальных объектов. Они легко доступны и могут быть переданы. KNIFE Finance позволяет конвертировать монеты в эквивалентный синтетический актив ERC-20. Точно так же любой токен ERC-20 может быть синтезирован на другом блокчейне. К этим активам можно привязать такие объекты реального мира, как золото, акции или даже фиат. Компания – это мосты с несколькими цепями. Трейдеры, инвесторы DeFi в основном зависят от токена эфириума. С помощью Multi-Chain Bridges KNIFE Finance создает возможность для миллиардов ликвидных средств поступать в DeFi. Любой криптохолдер может конвертировать свою монету в эквивалентный синтетический токен с помощью смарт-контракта KNIFE Finance. Сгенерированный таким образом синтетический токен привязывается к исходному токену в соотношении 1 к 1. Затем этот токен можно одалживать или обрабатывать. На этом обзор закончен. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Переходите, ознакомьтесь, читайте, только после этого делайте свои инвестиции. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.